Всем привет! Меня зовут Юрий Новгородский, и вы находитесь в сообществе «Первый лад», том месте, где вы становитесь гитаристом, которого хочется слушать. Сегодня мы с вами разберем одну из классических песен рока 70-х годов и одну из самых старых и устойчивых песен из репертуара Эрика Клэптона, балладу «Wonderful Tonight». Я думаю, что большинство из вас ее слышало, конечно же, без нее не обходится ни один «The Best» и почти ни один концерт Клэптона. Песня эта была написана его тогда будущей супруге Патти Харрисон, Патти Бойд, да, все знают эту историю, это была жена Джорджа Харрисона из «Битлз», и этой женщине были посвящены также песни «Something» и песня «Лейла», короче, ей одной за десятерых досталось в эпоху классического рока. Так вот, эта песня была написана по легенде Клэптоном, когда он сидел на крылечке своего дома или в прихожей и ждал, пока подруга соберется на какую-то вечеринку. Как известно, это иногда занимает время, и вот он, Клэптон, употребил его с пользой. Песня очень простая, но настолько правильно написана и аккуратно и, так сказать, проникновенно исполнено, что в случае с Клэптоном это работает. Да? То есть это самые простые гармонии, самая простая тема во вступлении, но, тем не менее, это уже золотой фонд рок-музыки и классика, и поэтому имеет смысл ее разобрать. В отличие от обычных разборов, сегодняшний разбор будет как бы в трех частях. Во-первых, мы разберем замечательную партию аккомпанемента, которая, может быть, прямо в таком виде в оригинальной версии не присутствует, но с которой начинается концертная версия песни этой «Wonderful Tonight» последние годы. Во-вторых, мы разберем, конечно же, прекрасную тему, которую играет Клэптон. И в конце я покажу вам вариант этого же вступления для сольного исполнения, либо для той ситуации, когда нет второго гитариста, и когда вы хотите, чтобы это вступление, эта тема звучала поплотней. Вот это мой случай. Я ее играю, когда сам играю живьем, да, в своей группе, исполняющей кавера на классический рок, я ее играю именно так. Так что мы разберем и оригинальные партии, и придумаем свои по мотивам замечательной песни «Wonderful Tonight». Пользуясь случаем, хочу сказать, что на следующей неделе уже выходит новый курс, записанный с моим участием. Он называется «20 идей для крутого соло». И там мы разбираем различные ситуации, когда вам, соло-гитаристу, нужно придумать в песню соло. Этот курс должен помочь зацепиться за какую-то часть песни или за какую-то идею и, так сказать, послужить катализатором для ваших сольных партий. Так что, повторюсь, релиз уже на следующей неделе. Ждите анонсов, заходите на канал и будьте в курсе. Напомню, меня зовут Юрий Новгородский, я играю на гитаре в разных группах, в том числе в собственной группе Backstage Band, которую можно услышать в разных московских клубах, и не только московских. Приходите на концерты, и буду рад личному знакомству. А мы тем временем перейдем к разбору. Начнем разбор с партии ритм-гитары. Тем более, что, повторюсь, эта партия вынесена как бы в современных концертах Эрика Клэптона, вынесена в самое начало песни, и с нее как бы песня начинается. Да, на альбоме она начинается вместе с гитарной темы, а на концертах группа как бы потихонечку разгоняется, и как раз эта аккордовая последовательность, она в самом начале песни. Она играется арпеджио, да, то есть перебором, если говорить. И аккорды и самой песни всей, и тем более вступления, они очень простые. Песня в соль-мажоре, аккорды вступления соль, ре, до и ре. На этих же аккордах играется куплет. Все очень просто. Здесь интересно скорее то, как эти аккорды обыгрываются, да, потому что арпеджио, которое играет Клэптон в начале, оно использует открытую шестую струну. Да? То есть мы берем аккорд соль в виде всего трех нот. Нам понадобится, да, четвертая струна пятый лад, третья струна четвертый лад, вторая струна третий лад. Да, соль, си, ре. Соль мажорное трезвучие. И играем обычное арпеджио, только вместо вот этой ноты, которая должна была быть по всей логике в соль-мажорном аккорде, у нас будет открытая первая струна, да, нота ми. Это довольно естественное для гитаристов решение, но интересно то, что это как бы добавленная секста, и она всему придает немножко такой мечтательный характер. Да, вот вам чистый соль-мажор,
А вот соль мажор с нотой ми. Он как бы такой немножко с какой-то фантазией. И вот по этому как бы паттерну, по этой схеме играется все вступление. В правой руке я вот предпочитаю играть такие вещи медиатором, потому что это просто звучит более упруго, более ярко. Можно пальцами, кто привык играть пальцами. Я играю медиатором просто такую обычную схему перебора. Да? Итак, первый аккорд. Второй аккорд в оригинале, по крайней мере, сам Клэптон так играет, это ре-мажор, опять же, взятый в таком же расположении, да, то есть он не берет обычный ре-мажор, как мы привыкли, вот такой, а он, чтобы сохранить звуковедение в аккордах, он берет ре-мажор с нотой фа-диез. То есть ре-мажор выглядит следующим образом. Фа-диез, ля и ре. Да? Басист или кто-то еще, там клавишник, может при этом взять ноту ре, взять обычный ре-мажор, но голосоведение у гитары, оно именно такое. И у нас получается, что самый низкий голос, он спускается как бы по гамме вниз. Да? То есть первый аккорд. Второй аккорд. Первая струна при этом открытая продолжает звучать. В ре-мажоре она опять-таки создает это вот такое как бы плюс 9 звучание характерное в этот аккорд, может быть, в таком виде тоже встречали. То есть это ре-мажор, но с такой добавкой, которая его немножко освежает, плюс у вас повторяющееся это ми, оно придает всей партии как бы завершенность, законченность, логичность. Да? Итак, первые два аккорда. Да, здесь и арпеджио можно не доигрывать. Здесь доиграли, здесь на третьей струне остановились. Потом, по такой же логике, до мажор, который состоит из ноты ми, да, потому что у нас голос продолжает спускаться с фа диез на ми, открытая третья струна, соль, и до, на второй струне первый лад. В правой руке все то же самое. И доигрываем. Ре таким почти, как второй аккорд, на что на этот раз у нас четвертая струна открыта. Вот второй аккорд, про ре-мажор, его можно взять, это как бы моя такая вольность, его можно взять еще одним способом, который немножко, может быть, будет не так традиционно звучать, но который тоже интересный, и в ансамбле это может дать интересную краску. Вы можете взять второй аккорд не как такой вот ре-мажор, фа диез ля ре, а вот как я сейчас покажу. То есть первый аккорд соль, второй. Да, мы играем, это получается как бы такой сус, аккорд с задержанием. Да, мы играем фа диез, соль, ре ми. Этот соль – это как бы секунда к фа диезу. И когда они звучат вместе, это все такое создает немножко размытое звучание, которое, ну, надо слушать. Это зависит от вашего вкуса, от ситуации аранжировочной, но это может быть уместно. И дальше вы просто эту же форму тогда сдвигаете еще на два лада, и у вас получается до. Еще один момент, который как бы факультативный, он то есть, то нет, в разных версиях концертных он по-разному играется, это выход из самой темы уже. Когда у вас вот на этот аккомпанемент начала исполняться во второй гитаре или в первой тема, вам надо поддержать вот этот выход, хвостик как бы, который в соло-гитаре вот звучит. Его можно обыграть в гитаре, аккомпанирующей интервалом, да, в разборе, в примере, я играю поддерживающую партию секстами. Да, то есть ля, фа диез, си, соль, до, ля, ми, до и ре, си. Таким образом у вас окончание выглядит следующим образом. И вы так поддерживаете солирующего гитариста. Вся песня
повторюсь, по аккордам абсолютно простая, да, то есть вы по такой же логике можете аккомпанировать ее всю насквозь. У вас можно вернуться к обычным аппликатурам аккордов, можно оставаться в этих, у вас аккорды куплета такие же, да, соль, ре, до, ре, потом припев. И все, это все, что касается куплетов и припевов, да, то есть до, ре, соль, соль с басом фа диез, ми минор, до, ре и соль. А теперь перейдем к, собственно, теме, которая играется на другой гитаре, ну, в классическом примере. Ее можно играть в разных позициях, сам Клэптон ее играет от седьмого лада, поэтому мы так и разберем. Он ее играет от ноты ре на третьей струне, на седьмом ладу. Да, и тема эта тема хороша, что она достаточно певучая, довольно такая пространная. И тут много места для всякого рода украшений, для каких-то дополнительных вибрато, акцентов, прибендов. Да, сейчас мы это все посмотрим. Но классический вариант, стандартный, он звучит так. Да, то есть вы берете первым пальцем эту самую ноту ре на третьей струне, и потом сразу на второй струне берете бенд от ля к си. Да? И дальше вы его опускаете. Дальше следующие ноты, они легато исполняются. Да, то есть можно, конечно, их играть и правой руке с большим количеством атак, да, это будет немножко другая артикуляция, другое звучание. То есть можно сыграть. Но более певучая, более легкая версия будет, конечно, с легато. Да, мы берем правой рукой второй раз, только уже вот эту последнюю мотуля. Вторая фраза также абсолютно начинается, только приходит в другую ноту. Да, в ноту ми на третьей струне. Третья фраза, опять же, такая же, только заканчивается она уже вот этим самым выходом. Последние две ноты, опять-таки, вы можете брать с помощью бенда, да, на второй струне, мире, 15-й лад. А можете играть, как сам Клэптон в последнее время, опять-таки, играет с таким хаммером небольшим. Да. Это очень характерный для Клэптона прием. Вы как бы берете ноту ре, да, и потом таким уверенным четким хаммером берете ми, и получается форшлаг. Вот у Клэптона очень часто в его арсенале можно услышать вот эти вот такие форшлаги. Да. Вот и вся тема, на самом деле. Что тут интересного? Тут, ну, во-первых, помимо того, что она просто хорошая, здорово написана и здорово звучит, ее приятно играть, здесь в этих вот подтяжках есть поле достаточно широкое для ваших личных всяких усовершенствований, каких-то добавок, каких-то, может быть, индивидуальных моментов. Потому что их можно сыграть как есть. Но Клэптон на второй уже, например, на втором проведении сам играет почти всегда такой. Он играет такой, как бы фаршлаг подтяжкой. Это бендом. Это немножко не просто сходу, может быть, кому-то будет исполнить, но. Да. Сначала надо его попробовать сделать медленно. То есть вы как бы немножко отпускаете подтяжку обратно и дотягиваете. И там, в зависимости от того, как это вот выиграть, там можно делать очень такие мелкие довольно штуки. То есть можно сыграть просто, а можно и добавлять эти вот дополнительные как бы вибраты, эти микрофоршлаги. Получается очень выразительно.
Потом можно с этой подтяжкой играть, можно ее немножко делать более, так сказать, пологой или более крутой, наоборот, вы можете брать. Можете ее делать вот так вот, можете ее наоборот делать. Да, как если бы это какой-нибудь Альберт Кинг играл. Тут вот масса простора для проявления себя, тем эта песня и хороша. Вот и все, что можно рассказать про это вступление. Дальше это уже ваше дело, как его усовершенствовать, обыграть, исполнить и сделать немножечко своим. И, наконец, небольшой бонус для тех, кто, скажем, не имеет возможности сыграть эту песню с другим гитаристом, или кому кажется, что без второго гитариста вступление в классическом виде звучит пустовато. Я, поскольку сам с этой проблемой столкнулся, я придумал вот такое решение. Я попробовал объединить, по крайней мере, для начала песни, эти две партии в одну. И вот что у меня получилось. Как видите, пришлось пожертвовать обеими партиями в их первозданном виде. Но, во-первых, вы можете начинать песню все равно с этого старого доброго арпеджио. Ничто вам не мешает. А во-вторых, вы можете вернуться к классическому исполнению темы уже где-то в середине песни, когда создастся слушательская инерция, когда уже басист будет играть в полный рост или кто там эту функцию у вас выполняет. Вот. А для начала песни это может быть и неплохо. Это, кстати, хорошо работает на акустической гитаре также. Итак, здесь, конечно, придется пальцами поработать чуть больше, потому что ну и задача такая стоит более ответственная. Тему я в итоге спускаю на октаву вниз, да, и играю уже не подтяжкой, что вот, наверное, главный минус такой версии, а легато. То есть она, конечно, угадывается, тема, но в ней нет такой полетности, как в оригинале. Тем не менее, мы берем аккорд соль. Нас интересует вот этим вот, шестая струна, третий лад, открытый, четвертый, третий струны и третий лад, вторая струна. И играем, играем тему интервалом, да, то есть вот мы берем матуля на третьей струне и потом хаммероном играем мизинцем, что сложно, конечно, моту си на третьей струне. То есть вот эту фигуру ее придется сыграть. Да, потом берем ноту фа диез, только мы ее брали в оригинальной версии на четвертой струне, а здесь на октаву вниз, на шестой, да, и берем остаток ре мажора, то есть открытая струна четвертая у нас, третья струна второй лад и вторая струна третий. И играем такую же фигуру. Потом берем целый до. Дальше можно сыграть эту нашу тему как просто такие даблстопы, да, как можно ее сыграть просто так, а можно упереться и сохранить движение, да, то есть да, надо только переставить будет пальцы, взять бас до, взять опять же вот этот вот интервал на второй и третьей струнах. И в конце хвостик, этот выход, я играю квартами и терцами. Да? Но его можно сыграть и так же, как мы разбирали в начале. Ничто нам не мешает сохранить это секстовое движение. Да? Итак, еще раз целиком в медленном темпе. Thank you.
вот такая трактовка, надеюсь, она кому-то покажется полезной.